Медали к юбилею Победы получили ветераны Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Праздник для участников войны и бывших работников предприятия прошел во Дворце культуры НПЗ. С предстоящим юбилеем Победы ветеранов поздравила и наша съемочная группа. Военные годы вспоминают во Дворце культуры Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Здесь в преддверии юбилея Победы по традиции чествуют ветеранов и тружеников тыла. И мысленно возвращаются к тем дням, когда завод бомбили. В 43-м году предприятие почти разрушили налеты вражеской авиации. Сколько было сброшено боеприпасов, сколько было горя на этой земле. И все равно слабого вы подняли завод. Не просто вы подняли завод, а в то время, когда шли боевые действия, более 800 сотрудников нашего завода ушли на фронт. Одним из тех, кто восстанавливал завод в послевоенные годы, был Николай Сакуров, получивший юбилейную награду. Он пришел на НПЗ, когда закончилась война, и посвятил предприятию почти всю свою жизнь. Говорит, даже когда вышел на пенсию, завод оставался для него вторым домом. Первое время как-то пришел я. И сказал, это случайно я пришел в отдел. А там как раз присутствовал главный инженер Дудник Владимир Федорович. Он мне и говорит, как у тебя повернулся язык сказать такую, случайно пришел. Да ты должен каждый день быть на заводе. В ходе встречи юбилейные медали получили 5 участников войны и 37 тружеников тыла. Вы наша память, которые сами... Не с чьих-то слов, помните те ужасные и великие события, которые проходили, начиная с 41-го и заканчивая 45-м годом. Поэтому хочу пожелать вам в первую очередь здоровья, счастья. Ветеранам, которые не смогли присутствовать на празднике, медали доставят домой. В ответном слове те, кто помнит тяжелые для предприятия годы, говорят спасибо тем, кто сейчас делает все для того, чтобы завод продолжал наращивать темпы производства. Для нас выпала большая честь получить из рук медали руководителей области, города, района, директора завода. Ну а после вручения медалей для ветеранов состоялся праздничный концерт. Свои номера продемонстрировали участники корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды». Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.